Все рекорды королеве спорта в рамках международного турнира «Молодечная-2017» в Дюшане номер 3 проходит открытое первенство района по легкой атлетике. Тренеры и судьи отмечают хорошую организацию соревнований, спортсмены уже успели оценить новое покрытие беговых дорожек. На турнире побывала Алла Маркелова. Организаторы стараются, как кожный легкоатлетичный турнир у молодежни был нечем отметный. А сёлета новизная, кажется, на самой поверхне. Недавно в зале 3-й ДЮСШ полностью поменяли покрытие подлоги, зробили косметичный ремонт. И выступать у таких умовах, зрозумело ж, нашмат приемней и гостям, и господарам. Хотя программу споборництва молодежинские тренеры так само обновили. В этот раз мы решили провести для младшей возрастной группы экспериментальную эстафету, не олимпийскую, 2 по 30 метров. Чтобы дети получили командный дух, научились передавать эстафету, чтобы в дальнейшем участвовать в олимпийских эстафетах 4 по 100, 4 по 400 метров. Вядомый лозунг «Быстрее, выше, сильнее» як нельга лепш подыходить миновито до легкой атлетики, бо это комплексный вид спорту, куда уваходит шмат дисциплин. А Белорусская федерация легкой атлетики, как захватить детей и подлетков для занятков тем же бегом в спортзалах и на стадионах, реализует шмат цікавых проектов. Тренеры дитячо-юнацких спортивных школ, якія дапамагаюць рабіць першыя крокі ў спорце будучым чэмпіёнам, таксама будуць мець пэўныя бонусы. Министерствами совместно с палатой, которая занимается именно физической культурой, разрабатывается новая редакция закона о физической культуре, и также ищутся способы, скажем так, более мотивировать тренеров, учителей физкультуры. Легкая атлетика – третий по популярности вид спорта и в Литве, после баскетбола и футбола. Тренер команды из Мариамполя выступлением своих подопечных задоволены. После первого дня споборництва 12 спортсменов с 14 отримали дипломы и медали переможцев и призеров. Причем за рук олимпийского чемпиона по скачках в вышине Геннадия Авдеенки. Некоторые со спортсменов выступают сразу в нескольких дисциплинах. Это соревнования как на начало зимнего сезона, первые соревнования в помещениях в этом году, такие как первые контрольные, да, ну и они себя испытывают, мы тоже посмотрим, какие результаты у них. И потом определимся, какую сборную делать уже на первенство Литвы. Судьи вызначают лепших спортсменов у бегу на разные дистанции, в скачках, у вышиню и довжиню, а так само у легкоатлетичных эстафетах. Для одних это спаборництвы первые у спортивной карьеры, для інших – черговая махчимость повысить разрад и обновить власный рекорд. До речи, многие из удельников старейших узростовых групп уваходят в склад молодежных и юнацких команд Беларуси. Сегодня прыжки в высоту, и мой личный рекорд 172. Хотелось бы, конечно, выше прыгнуть, но поскольку у манежа только недавно появилось новое покрытие, будем сегодня пробовать новые результаты и рекорды. Удел в споборництвах принимают каля 150 юных спортсменов. А это значит, что и надалей легкая атлетика будет оставаться королевой спорту и никому не соступить этот гоноровый статус. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.